Инициатива воплотить свою благодарность в реальных делах принадлежит самим сотрудникам сочинского филиала «Кубанинерго». Это скромная дань уважения героям, которые отдали за нас свою жизнь, говорят энергетики. Они взяли шество над мемориалами и захоронениями в разных районах Сочи и Туапсе. В их числе старое кладбище на Клубничной. Энергетики восстановили вот эту стелу. На ней имена воинов, умерших от ран в сочинских госпиталях. Были произведены работы по окраске стелы, был произведен покос травы, была вычищена вся сорная растительность возле могил, на территориях самих могил. Вот. Были произведена окраска оградок могил, вот. Также восстановлено покрытие тротуарное. Был убран весь мусор, который здесь скопился годами. Работами по благоустройству мемориалов специалисты сочинских электросетей занимались в течение апреля, в выходные дни и в свободное от служебных обязанностей время. В городе Сочи уже существует многолетняя традиция. В канун 9 мая приводятся все памятники, все обелиски, связанные с Великой Отечественной войной, порядок. На самом деле это великолепное начинание, великолепное почин и только приветствие, только уважение. Акция по благоустройству памятников не является единичной. Бережное отношение к истории нашей страны, сохранение патриотических традиций – одна из главных составляющих социальной политики «Кубанинерго». В каждом районе города Сочи, в том числе, кстати, в Туапсинском районе, наши подразделения, районные электрические сети, вышли на субботники всем коллективам. Это наша такая маленькая дань воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Потому что за каждым памятником, за каждой табличкой стоят судьбы и семьи нашего народа. 2 года назад сочинские энергетики установили обелиск на месте расположения минометной батареи лейтенанта Николая Лимаренко на перевале Псяашка на высоте 2000 метров на одном из ключевых мест битвы за Кавказ. Кроме того, компания приняла активное участие в акции по увековечению памяти воина-энергетика Григория Некрасова, чьи останки были найдены в Карелии и захоронены в Сочи. К его могиле в День Победы энергетики возложили цветы. Рената Шипулина, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.